Довольно часто приходится слышать от знакомых, что их мучает страх попасть под критику посторонних людей. Помните эту фразу из детства? А что скажут люди? Ваша мама или бабушка почти наверняка так говорили. Под давлением такого страха некоторые люди живут не так, как хотят, получают не ту специальность, о которой мечтали, работают не там, где хотели, и даже замуж могут выйти или жениться не по своему выбору. Энисофобия – страх критики и осуждения. Что же стоит за этим страхом общественного порицания? Как он формируется и влияет на нашу жизнь? Отвечает практический психолог Ислам Сапаргалиев. Этот страх относится к одному из самых древних страхов. Давайте пройдемся по вообще формированию человечества в эволюционном формате. Почему вообще человечество выжило? Почему человечество не проиграло каким-то другим видам живых существ? Потому что люди объединяются, люди создают коллективы, люди создают общество. Как вы думаете, кто умирал и кто проигрывал в той среде, когда это было первобытное, скажем, общество? Люди, которые отделялись от толпы, жили одиноко, либо которых не принимала эта толпа. Не принимали те люди, то общество, то сообщество, то племя, может быть, в котором они жили. И эволюционно этот страх тут же следующей веткой идет ответ: если тебя не принимают, ты умираешь. Мы сейчас, живя в современном мире, разумеется, так не чувствуем. А вот наше бессознательное чувствует именно так. То есть тогда, когда нас отвергают люди, не принимает кто-то, нам кажется, та же самая тревожность приходит с ощущением, что следующий шаг – это просто смерть. Дальше я не выживу в таком состоянии. Ну, как бы по аналогии того времени. Да, сейчас это столь уже не актуально, но ощущения продолжают сохраняться. Большинство всех психологических проблем родом из детства. Энисофобия – тому очередное доказательство. С одной стороны, он очень неприятен. И самое простое, самое минимальное – это прикоснуться к боли, прикоснуться к травме, прикоснуться к отвержению. И на сегодняшний день страх отвержения – один из самых распространенных страхов у людей. Отсюда диктуется неумение выступать на публике, неумение заявлять свои права, неумение говорить что-то. Даже то дискомфортное состояние, когда человек испытывает, когда на дне рождения ему предлагают сказать тост, если человек испытывает свое дискомфортное состояние, оно диктуется именно тем же самым страхом. А вдруг я сейчас скажу что-то, что отвергнется другими людьми. Что-то, что впоследствии люди скажут, да, ну это вообще неподходящее. И, можно сказать, оттолкнут от себя. То есть этот страх диктуется именно тем, что меня оттолкнет пространство людей. Я окажусь в одиночестве, я окажусь один, я окажусь самим собой. И что дальше? А дальше очень просто. Конец жизни. К тому же дополнительными причинами, почему происходит страх мнения окружающих, являются, скажем, те же самые родители, которые могут говорить своему ребенку о том, что ты не прав, ты всегда делаешь все неправильно, откуда у тебя растут руки, как ты можешь так поступить, что тебе не доверишь, у тебя все не получается, я ожидаю от тебя большего и лучшего, ты не должен это делать, делай так, как считают родители, пока тебе нет 18 лет, мы будем решать, что ты будешь делать. То есть я могу продолжать этот список бесконечно. И когда человек это все в себя впитывает, он впоследствии очень сильно будет зависим от того, когда его одобрят, потому что любовь родительскую он мог получать в моменты какого-то краткосрочного одобрения, когда они ему все-таки давали право что-то сделать. И вот здесь, в моменты его жизни в будущем, когда он будет что-то совершать, он будет нуждаться в том, чтобы его одобрили. Простыми словами, он просто прикасается к родительской любви. Пусть эта соседка его одобрит в чем-то, его начальник одобрит в чем-то, его друг и так далее, но подсознательно он будет чувствовать, что его одобряют родители, которые очень редко его одобряли. По этой причине важно понимать, даете ли вы своему ребенку одобрение, умеете ли вы учитывать его мнение и интересы. Если да, то впоследствии, в будущем, этот человек очень легко вольется в общество, будет учитывать свои интересы и интересы общества вокруг. We'll be right back.
Вы часто беспокоитесь о том, что подумают о вас другие люди? Испытываете страх, что любое ваше действие будет критиковаться? С этими вопросами вы даже не представляете, что сами портите себе жизнь. Страх неодобрения мешает нам делать определенные шаги и действия, которых другие люди неизвестно как отреагируют. Ну, например, вы хотите выложить какой-то пост в социальной сети, ну, рассказать какую-нибудь свою интересную историю и выложить фотографию. И в этот момент вы думаете, а вдруг что-то скажут, каким-то образом негативно отнесутся. Или же напишут неприятный комментарий. Лучше не сделаю. Все, минус один пункт, который вы не выполнили в жизни. Далее. Если я... Вот я очень хочу заниматься вот этой профессией. Очень хочу. Мне это нравится. Я хочу пойти на это учиться. Ну, у вас начинается. А что скажут близкие? А вдруг это непризнаваемо? Вдруг это не модно? И так далее. И человек не идет на эту профессию, идет на комфортную для других людей профессию. Минус один пункт еще в его жизни тот, который он не выполнил, только он уже более глобальный. Аналогично мы можем вследствие страха того, что скажут люди, вступать в некомфортные отношения, идти на некомфортную работу, носить некомфортную одежду, ту, которая не нравится нам, делать действия, которые нам не нравятся и так далее. Потому что общество... Пусть даже эти действия никому не навредят, давайте предположим, что это не вредящие действия, но если они кем-то не принимаются, человек может остановиться и их не сделать. Энисофобы больше всего стараются угодить людям, причем стараются понравиться всем. Они никогда не будут проявлять инициативу и высказываться на публике. Любое поручение пытаются выполнить идеально. Есть несколько отличительных черт энисофобов. Однажды я шел по улице и увидел, как один человек идет и заглядывает во всевозможные места, где он видит свое отражение. Например, стекла автомобилей, или же витрины каких-то магазинов, или же зеркала и так далее. Часто этот человек, важно, ему важно то, как видит его мир. Не то, как он чувствует себя. И было понятно, что ему важно то, как видит его мир. Ему было некомфортно. Это первый признак. Когда человек важно обращает внимание на то, как на него смотрят другие люди. Когда ему важно мнение другого человека. Также признаками может быть, что я не могу сделать какого-то действия, пока хотя бы один человек мне не скажет, да ты все прекрасно, хорошо, ты делаешь все правильно, поступай. Хотя бы один человек. У некоторых это доходит до абсурда, когда... Один человек недостаточно, важно, чтобы большинство людей вокруг сказали, что да. То есть это признаки зависимости от мнения окружающих людей. Это настолько древний механизм в нашей эволюции, что 100% полностью избавиться от этого, на мой взгляд, практически невозможно. Это как некая данность, потому что мы люди, которые живем среди других людей. И этот фактор невозможно изменить. Практически невозможно. Я считаю, что преобладающее большинство человечества, как сейчас, и то, которое жило, оно живет среди людей. И поэтому фактор выживаемости, фактор нашего собственного счастья, он зависит в том числе и от других людей. И, конечно же, 100% убрать этот момент нельзя. Однако его можно привести в норму, его нужно привести в баланс, когда вы и учитываете мнение окружающих, но при этом и свое тоже не уничтожайте. В определенной степени страх критики и осуждения есть в каждом из нас. Но вот когда он вырастает до невероятных масштабов, то он начинает мешать сосредоточиться на своей работе и проявлять свои умения и навыки. Кроме того, это также мешает человеку разумно оценивать свои достижения. Существует такое понятие в психологии, которое называется интроекты. Интроекты – это установки важных, значимых людей, которые влияют на определенные ваши действия. Ну вот давайте представим, что в обществе, в котором ты находишься, принято тихо разговаривать. Допустим, это какой-то круг людей, где нужно разговаривать в полголоса. Это установка, кто ее решил? Если спросить, а кто так решил? Вы скажете, ну вроде как-то так принято, вроде как-то так установлено. И, разумеется, вы будете подвержены этому влиянию.
потому что вас могут осудить и просто принять не за своего. В тот момент, когда вы начнете громко разговаривать, в тот же самый момент, когда все разговаривают в полголоса, например. Соответственно, общество очень сильно влияет, окружение очень сильно влияет на наши решения, которые мы принимаем. Я считаю, здесь важно найти баланс, договариваться с обществом, учитывать интересы как и той среды, где ты находишься, и свои интересы тоже. Вот это более здоровая среда, когда человек умеет не просто бороться с теми установками, в которых он находится, а давайте посмотрим с другой стороны, с позиции пользы, которую ты можешь приносить тому обществу, в котором находишься. Это первое. Второе. А можешь ли ты наслаждаться теми процессами, в которых ты находишься? Если вы будете приносить пользу и при этом наслаждаться, вот это самая идеальная формула комфортного нахождения в любой среде, где бы ты ни находился. Последствия страха чужой критики бывают ужасны и даже необратимы. Ведь внутренний мир человека разрушается. Он перестает развиваться как личность, не может испытывать радость и счастье в повседневной жизни. Такие люди становятся застенчивыми, робкими, и даже по движениям тела это может стать заметно. Так как же измениться? Можно ли самостоятельно справиться с инисофобией? Хорошая фраза существует, что психотерапия – это не создание новой жизни, это генеральная репетиция новой жизни. Давайте возьмем вот это правило и будем использовать его для себя. Сделайте генеральную репетицию того, что может произойти. Ну, скажем, допустим, вы решили изменить цвет волос, перекрасить их в другой оттенок. Вам очень это хочется, вам очень это нравится, вы очень давно об этом думаете, но в этот момент у вас создается ощущение, а что скажут мои коллеги, а что скажут мои подруги, а что скажет моя мама, папа и так далее, ну и прочие люди, которые вас окружают. Вот здесь вот существует фактор генеральной репетиции. Возьмите во внимание, представьте, что вы уже сделали этот шаг, что вы уже изменили цвет своих волос, и вы пришли на ту первую встречу с, скажем, своей коллегой, с бухгалтером с вашего отдела. Представьте, как вы с ней сталкиваетесь взглядом. Посмотрите ей в глаза. Вот эта фраза «посмотри ей в глаза» очень хорошо работает. Посмотри в глаза своему бухгалтеру и спроси: «Ну как дела?» Что она скажет? «Ну что, ты покрасила волосы?» «Да, я покрасила волосы. Мне это нравится». Проживите вот это состояние до встречи. Вы можете сделать это в своей комнате, в своей ванной, в своем доме, где угодно. Сделайте генеральную репетицию будущего, возможного, как вам кажется, осуждения со стороны другого человека. А потом почувствуйте, я готов столкнуться с этим осуждением. Если вы после первого раза не готовы, проживите это второй раз, третий раз, четвертый и так далее. Заметьте, с каждым разом чувство осуждения будет становиться все меньше и меньше. Меньше и меньше. А потом, когда вы на самом деле придете на настоящую встречу с этим человеком, ваше бессознательное уже не будет бояться. Ему будет все равно. Оно уже столкнулось с этим. Оно уже знает, каково это, как это может быть неприятно, что вы на это ответите и так далее. И так вы можете преодолеть вот такие вот страхи. Бессознательное защищает нас от чего? От того, что неизвестно, как там. А вы говорите: я тебе покажу, как там. Поехали, вот давай, пробуем. И оно понимает: так, волосы покрасил, прорепетировал процесс, а при этом жив, все в порядке. Для бессознательного нет разницы, вы встречаетесь с этим человеком в реальности, или же вы встречаетесь с этим человеком в репетиции, как будто с ним встречаетесь. Оно испытывает те же самые чувства. И оно смотрит: как же здорово, смотри, все хорошо, с ним ничего не случилось. И убирает первый механизм защиты, потом еще механизм защиты уходит, и потом человеку становится просто и легко это сделать. Даже если ваше детство было не самым безоблачным и счастливым, даже если вас постоянно критиковали и унижали, это не повод поставить крест на своей жизни. Будучи уже взрослым человеком, вы можете научиться не зависеть от чьей-то любви, одобрения или защиты. Послушаем советы психолога по этому поводу. В первую очередь я хотел бы сказать, что давайте мы возьмем тот пример, который не вредит обществу, который не вредит окружающим. Ну, например, человек сам не может решиться вследствие страха осуждения со стороны других. В таком случае есть очень интересная техника, при которой
вы проговариваете вот этот диалог и соглашаетесь со всем осуждением, которое льется на вас. Ну, например, человек хочет покрасить волосы. И он представляет, когда он, мама, видит эту свою дочь, скажем, в ярко перекрашенный цвет волос. И дочь говорит, ну что она скажет? Она скажет, ну как ты могла, ну что ж ты сделала с собой, ну вообще тебе не идет. Обычно что отвечает в такой момент человек? Ну зачем ты так говоришь? Ну что? Ну вроде я так хотела. Ну вроде же нормально. Или же вообще может вовсе промолчать. В этой технике вы делаете следующее. Вы соглашаетесь и говорите «да». Вы соглашаетесь на все, что говорит осуждающий человек. Например, тебе не идет. Да, мне не идет. Да, мне не идет. Ты стал выглядеть хуже. Да, я стал выглядеть хуже. Ты похожа на какую-то безобразную женщину. Да, я похожа на безобразную женщину. И в этот момент аргументы осуждающего очень быстро закончатся. Потому что осуждающий человек хочет контраргументов. Он хочет вот этого столкновения. Он хочет, чтобы вы начали сопротивляться этому. А техника помогает сказать «да, я такой», доводя до абсурда «да, я такой», «да, да, я безобразно выгляжу», и что? «Да, мне это нравится», «да, у меня стал другой цвет» и так далее. То есть просто подключить полное соглашение с этим. Осуждающий человек никогда больше этого не сделает, никогда не подключится к этому. Это очень мощное средство отрезать всяческое осуждение в своей жизни. Иметь страх осуждение окружающих – это естественное состояние. Не нужно думать о том, что это состояние может полностью уйти из вашей жизни. Но возьмите во внимание, что в той среде, с теми людьми, с тем обществом, с которым вы живете, придерживайтесь двух важных правил. Первое. Создаю ли я для этого общества, для этой среды, где я есть, пользу и комфорт? Второе. Нравится ли мне, что я делаю для этой среды? Если вы ответите на эти два вопроса положительно, то вы не будете испытывать этого страха осуждения, и вам будет полностью комфортно в том состоянии, с кем вы взаимодействуете. Наступило время переосмыслить свою жизнь, свои ошибки. Стремление к идеальности во всем и для всех – нереальная цель. Не стоит принимать на себя слишком много обязательств и критиковать себя за ошибки. И запомните, мы не можем контролировать то, что другие думают о нас, но можем контролировать свои мысли о себе. Ваш мозг не однолинейный. Будьте умнее!